Всем привет, с вами Катя, и в прошлом видео мы нашли с вами три способа для идеальных бровей. Так, я вот подумала, как же так, бровки домиком, а губки не бантиком? В этом видео я развею все мифы о том, что в домашних условиях невозможно добиться пухленьких губ. Поверьте, это реально! Чтобы целый день губки были в тонусе, начинать бьюти-спа нужно с вечера. Признаюсь честно, что до недавних пор я вообще не знала, что существуют маски для губ, пока этой зимой не столкнулась с тем, что мои губы были в ужасном состоянии и превратились в буквальном смысле в курячью жопку. Маленькая розовая баночка от Petit Fee мало того, что спасла меня, так сделала просто невозможное, увеличила мои губы. Или они настолько были в скверном состоянии, и мне это просто показалось. Хотя нет, она действительно их увеличила. Способ применения проще простого. Перед сном на ночь наносим толстым слоем на губы. Кстати, очень удобно наносить с помощью специальной маленькой лопатки. И все, спим, а на утро разглаженные, пухлые и сочные губы. Но, как оказалось, маска не только на ура справляется в экстренных ситуациях со сложностями, она еще с накопительным эффектом. Поэтому, чтобы результат продержался как можно дольше, ее стоит использовать минимум 10 раз. Закрепляю эффект от маски средством для объема и контура губ. С виду обычный блеск, но отряд активных компонентов в составе дает о себе знать уже с первого применения. Масло ши защищает от ультрафиолетовых лучей и восстанавливает эластичность. Экстракт портулака препятствует появлению морщин. Пальмитоил трипептид предотвращает преждевременное старение и стимулирует выработку коллагена. Первые результаты будут видны уже через неделю, а полный курс и идеальные губы будут уже через месяц при условии использования 3 раза в день. Безумно радует, что средство не липкое, и когда дует ветер, волосы остаются чистыми и на своем месте. Гениально, Бельведер! А сейчас об экспресс-увеличении, если ждать не хочется и красивые губы нужны здесь и сейчас. Или намечается важное мероприятие, или идеальное свидание, или просто хочется себя побаловать. Три веселых обезьянки от Холика-Холика спешат к вам на помощь. Первый шаг. Отшелушивающая салфетка с частичками золота убирает все ненужное и ощутимо смягчает губы. Вторая обезьянка предлагает придать сочный объем с помощью гидрогелевого патча. Мы-то девушки ученые и знаем, что патч словно магнит притягивает воду. Поэтому для большего результата перед его использованием можно выпить стакан воды. Патч, словно сладкий поцелуй, плотно прилегает к губам, и за 15 минут без уколов красоты они приобретают игривую припухлость. Третий шаг. Она же желтая обезьянка, питание и увлажнение. Медовая эссенция заполнит все морщинки и сделает наши губы сочными, как персик. Как видите, чтобы сделать губки, не обязательно терпеть болезненные процедуры. Подписывайтесь на наш канал Parfums.ua, ставьте палец вверх, а в комментариях оставляйте свои впечатления. И помните, что губки бантиком, бровки домиком. С вами была Катя. До скорых встреч!